Всем привет, друзья! Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию вот такие вот складные ножи. Сталь у нас здесь, у этого ножа L-Max. Очень удобно сидит в руке, такой здоровый. Застежка у нас, защелкивается нож вот на эту кнопку, закрывается. Если кто знает, L-Max одна из самых хороших сталей. Это не порошковая сталь же. И она очень сильно, очень хорошо держит заточку. Ну, проверим, как она режет сначала. Режет она просто бесподобно. Мне кажется, прям, я уже ловлю кайф просто от этого реза. Ветер, не ветер, вообще пофигу. Давайте мы попробуем ее сейчас на кости жестко-жестко протестируем, прям профигачим. Постучим, не знаю, прям вот максимально попробуем ее затупить. Прям убираем стружку, прям сильно фигачим. Мне кажется, она рок-лоси может разрубить. Так, ну давайте посмотрим. Вполне достойно. Я сейчас постучал. Сохранились ли ее режущие свойства? Ничуть не затупилась. Режет также офигенно. Очень круто. А еще у нас есть вот такие вот складные ножички. Здесь травленные H12M. Посмотрим. Она немного уже станет, ну, не такая крепкая. Справится ли она тоже с такой же задачей? Так, не поцарапалась, можете посмотреть. Все хорошо. Проверяем на листе бумаги. Рез идеальный. Ну и здесь, да, вот такой вот складничок, тоже H12M. Тестировать ее уже не буду. Вот они у нас три вида таких складных ножа. Пишите, обращайтесь, на все вопросы отвечу.